Как всегда, в темном углу Ютуба, с вами Вспомнчик, я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Ну что же, надо дальше изучать эти пещеры, находить здесь всякие интересности. Один чертеж уже нашли. Для кого он, для чего он, пока я не знаю. Ух ты, тут еще один проходит. Куда это меня приведет? Тут путешествовать... Ой, опять эти пидорасы, да, невидимые? Нет. Тут еще все похуже. Тут меня сразу из игры выкинуло. Баги. В прошлую серию багов не было. Тут чей-то они мне сразу же хопа. Немножко игру. Потому что... Так вот постоянно вылетать, это не прикольно. Но мне все равно хочется в эту игру возвращаться и возвращаться. Это что это? Я только оттуда потепальнуть могу? Давай я тогда отойду. Ух ты, сколько вас тут еще бежит-то на меня. Красивых, замечательных. Вы посмотрите на этих красавцев. Че, я только в него попал? В этих двоих нет? Ух, ребятки, откуда у вас здесь столько-то, а? Ну-ка. Двоих еще зарезал. Откуда у вас здесь столько? Откуда у вас здесь столько? Офигеть их тут. Нормально. Еще две остались. Все? Ну да, все. Избавились от них. Встретили нас собачки с радостью. Я так понимаю, мне прежде чем туда идти, надо было у того чувака купить С4, чтобы открыть все эти проходы и идти сюда. Тут еще один проход. Тут у них прям логово, что ли, было? Или здесь что-то еще хуже находится, чем эти собаки, которые тут есть? А то я не удивлюсь, я постоянно, когда кости вижу, это все. Опыт. Озерный мак, останки. Ничего себе тут останки. Рама. Патрончики мои. Патрон 44-го. Нет, это мне не надо. Неплохо тут чувака сожрали. Это куда меня приведет? Я уже заблудился, я... А, все, я понял, что это за проход. Да, тут собак еще в прошлый раз много было, когда я приходил. Ну-ка, подожди, тут еще один проходик есть, я который проглядел. Ну, тут один. Нет, тут ничего нету, и вот тут один. Может, тут что-нибудь найду? Нет, ничего я тут не найду. Пошли тогда дальше исследовать. О, кстати, тут же тоже проход. Я сюда просто в прошлый раз не пошел. Вот там пещерное ухо, пещерное ухо, пещерное ухо. Что это такое вообще? Это грибы или летучие мыши какие-то? Блять. А, нет, это не то, что я подумал. Не то, что я подумал. Он мне аж легко перегружен.
перегруз сделан, уродец. Старый мясник. Ну, почему-то я не удивлен, что такая хрень есть. На, оглушен сопротивление. Ух ты, ничего себе, он мне слабый, сил уменьшен на 4. А что это у меня очки-то так уменьшились? Это из-за того, что у меня легкий перегруз идет? Давай на тебя страх. Ты мне тут такой не нужен, красивый. Идет. Вот он. Старый мясник кукри. Заберу у тебя, они тебе не нужны. Ботиночки. А что у меня за ботинки? 7. 4 механического урона защищает, а тут 3. Свои оставлю. Ух ты, у него неплохо так продается плащик. А, заберу у него все. Я, правда, практически уже перегружен от всего этого. Капкан понадобится. Еды мне не надо. У меня ее и так огромное количество. Пещерное ухо, что это такое? Ядовитый гриб, нафиг. Не нужен. А я там еще кто-то валяется? Или это просто его склад трупов? Да, это просто, наверное, его склад трупов. Каких только психопатов здесь не найдешь. Перезарядиться. В смысле? У меня патроны на автомат кончились, вы хотите сказать? Ни хрена себе. Я, короче, пошел обратно. Скоро вернусь. Так, ну я еще 100 патрон закупил. Не знаю, видимо, из-за того, что я начал так автоматной очередью стрелять, очень сильно у меня патроны уходят. Надо будет закупить их побольше, оказывается. Я такого никак не ожидал. Я еще 30 патронов создал себе. Ух ты, а вы кто такие? Это что за место? Скучно. Хопси, охранник, обыватель, охранник. Куда это я пришел? Обыватель, Фредди. Вы кто такие? Фредди. Я Фредди, я подаю еду. Не могли бы вы рассказать что-нибудь интересное об этом месте? Он качает головой. Не-а. Я, пожалуй, туда пойду. Фред. Мужчина, стоящий перед вами, кажется, работает на куском шкуры. А, над куском шкуры пещерника, считая последние куски плоти с кожи. Счищая последние куски плоти с кожи. Он замечает вас и жестом просит подождать секунду, пока скатывает шкуру и помещает ее в контейнер, заполненный какой-то жидкостью. Вытерев руки, он обращает свое внимание на вас. Простите, что не заставил, что заставил ждать. Нужно было закончить, приятель. Звать меня Фред. Я в основном занимаюсь охотничьими принадлежностями и шкурами, но у меня также есть пара интересных вещей в магазине, если вам будет интересно, загляну. Если у тебя есть патроны, Фред, я буду просто счастлив. Но, похоже, у тебя их нет. Есть удочка, чертежи, газовые гранаты, купленные болты, капкан. Кстати, газовые гранаты. Хотя я ее все равно не создам. Арбалетный запал. Броню свою починить. А что, мне надо ее чинить вообще? Вообще не помешало бы. Я у тебя тогда возьму вот таких две. А я тебе что-нибудь могу продать? Да не особо. И возьму вот таких, наверное. Сколько? Ну, штучек 5. Нет, не 10, ну, штучек 5. Авто. Выбирай. Не, я хочу сразу же свою броню починить. Ну, починил. Ты смотри-ка. Кошка, Джибей, Салин, Майкл. А, ну да, тут же они говорили, что у них тут есть мясо. А это куда меня приведет? Бойд.
Эдгар, вы кто такие? Я очень занят, поэтому, пожалуйста, если вам что-то нужно, поговорить с Эдгаром, спасибо. Стоящий за столом мужчина кивает, увидев вас. Похоже, что вы заставили его застали зачисткой пистолета. Так что он собирает его несколькими быстрыми движениями и кладет его в стол. Прежде чем уделяет внимание вам, он встает и скрещивает руки на груди, что заставляет его казаться больше, хотя даже и без этого ширина его плеч производит впечатление. Бросив на вас взгляд, он начинает разговор. «Приветствую вас, спутник. Мое имя Эдгар Гарнхен. Я лидер лагеря Хаттер. У нас сейчас непростая ситуация, поэтому выкладывайте, что вам надо». «Какая ситуация? Может, я смогу помочь?» «А почему же я должен рассказывать вам, неизвестно кому, такие вещи?» «Убеждение. Я просто хочу помочь, это просто то, что я делаю. Хотите, верьте, хотите, нет». «Ладно, я поверю вам. Не знаю, заметили ли вы груду мертвых жуков около северных ворот, но эти твари лезут из шахты и сбегаются на наш лагерь. Это началось сразу после землетрясения, так что я предполагаю, что там где-нибудь стенка рухнула и тем самым открыла для них проход». «Вы, ребята, похоже, хорошо вооружены. Неужели вам не справиться с несколькими могильщиками?» «Несколькими? Когда эти твари впервые появились, их было там много, что нам трудно было даже считать их. Все, что мы могли сделать, это стоять позади ворот и расстреливать жуков, пока они лезли. Похоже, мы посылали не... А, позже мы послали нескольких человек разведать шахту, но никто не вернулся. Я думаю, что жуки все еще значительно превосходят нам с числом. В настоящее время я не готов рисковать людьми, мы будем обороняться, и позже, когда их напор спадет, мы посмотрим, что можно сделать. Я готов пойти туда и позаботиться о вашей проблеме, но мои услуги не бесплатны. Мне нравится ваша уверенность, хотя я не верю, что такого вы можете сделать, что нам не по силам. Возможно, материальная заинтересованность придает людям силы. Я скажу охранникам, чтобы вас пропустили касательно вашей награды. Приходите ко мне, когда... если выполните свою работу. Договорились. Удачи. Так, слушайте, может быть, здесь есть какой-нибудь магазинчик или еще что-нибудь такое? Ну-ка. Капитан Кату. Колт Рэй. Ага. Вы подходите к подтянутому капитану, грузящему какие-то ящики на паром. Похоже, это его собственное судно. Он вытирает пот со лба тыльной стороной ладони и улыбается, уже вытирая ту же самую руку, заднюю сторону штанов. Затем он обращается к вам хриплым баритоном. «Приветствую, Юнга». Наверное, это не так, но пофигу. «Я капитан Кэтлин. Куда путь держите? Я могу рассказать много интересных историй тем, кто плывет со мной, капитан Кэтлин. Да, я видел вещи, в которых вы не поверите». «Говорите по-другому?» «Я не вытираю. Ты Кая, о чем ты, паренек?» «Что, Яр, вы? Откуда вы?» Ясно, понятно. Как называется это место? Это харбор какой-то. А, хрен его знает. До встречи. Я все понял. Он мне все объяснил. В смысле, куда ты там ушел-то? Я тебе говорю, сюда иди. Видимо, туда не пройдешь. Или подожди, или пройдешь. Ну-ка. Перед вами романтичная сцена. Девушка стоит в объятиях мужчины. Ветер с реки ласкает ее волосы. К сожалению, тот же ветер приносит и ужасающую вонь обезвешайшего сортира, мгновенно растворяя безмятежное выражение ее лица. Мужчина тоже неприятно удивлен сильным запахом, который заставляет его отвернуть голову в сторону выпустить девушку, чтобы они могли сделать несколько шагов в сторону от неприятного запаха. Они вместе смеются несколько секунд, и она обращается к нему. «Мне правда было сегодня хорошо с тобой, Бэк. Может, останешься еще ненадолго? Мы так мило... мало видимся в последнее время. Ты редко навещаешь лагерь Хаттер». «Продолжить? Прости, дорогая, но ты же знаешь, я должен ехать. Зато когда я приеду сюда в следующий раз, я заберу тебя с собой подальше от этого места.
знаешь, что я о нем думаю, и что единственная причина, по которой я здесь вообще бываю, это ты. Сарина, я должен закончить дела, мне нужно готовить все, чтобы мы с тобой могли нормально жить. Сарина и Бэк страстно целуются. На это у них уходит около минуты или двух. А как же проходчики? Как ты собираешься пройти через этих уродов? Я знаю способ, ты думаешь, то за трясуна замуж вышла? Он улыбается. Нет. Я вышла замуж за самого лучшего мужчину в целом мире. Знаешь, ты ведешь себя очень интересно с тех пор, как вернулся из царства слабаков. Того и гляди, начнешь называть людей крысятниками. Там не все слабаки, и нет, я не собираюсь никого называть крысятниками. Слушай, мне правда пора. Береги себя ради меня, ладно? Да брось, ты же знаешь, что я покрепче большинства здешних мужиков, если не вообще всех. Они же тут практически все дрочила по сравнению с тобой, дорогой. Если кто-нибудь или что-нибудь косо на меня посмотрит, я просто пересчитаю ему кости. Это ты береги себя, будущий слабак. Может, как-то неправильно перевели. Ты собираешься со мной? Ты собираешься со мной, так что лучше учись следить за своими словами. Я буду осторожен. Прощай, дорогая, мы скоро увидимся. Я буду ждать. Бэк и Сарина еще раз целуются, после чего Бэк шепчет ей что-то на ухо и уходит, оставив лагерь Хаттер. Она стоит и смотрит ему вслед, и в этот момент замечает вас, как только ваши взгляды встречаются, вы отворачиваетесь к реке. Прикидывая, что наслаждаетесь унылым видом. Да, то мало ли, она меня еще втащит. Я уже не удивлюсь, то, что мой прокачанный персонаж, спокойно какая-нибудь такая девчушка сможет мне втащить, то, чтобы я охренел сразу же. Пошли сюда. Я хочу какой-нибудь магазин оружейный найти. Мне нужно еще патрон докупить. Вот это можно открыть. Охранник, стеллаж, ящики. Простые кровати. Все не то, что мне было нужно. Давай сюда. Это не то, что я ищу. А здесь у нас поле, да? Озерный гриб. Но они мне не нужны. Билл. Здравствуй, Билл. Сейчас некогда болтать, работа зовет. Угу. Охранник. Я вот сюда могу пройти. Кожаные ботинки, охранник. А что у вас тут оружейного магазина, где можно пополнить свой боезапас, нету? Можно еще сюда уйти. А это, я так понимаю, там, где мясо, да, они мне говорили? Безопасный путь, а не через этого маньяка, да? Неплохо. Ладно, пошли тогда туда. Посмотрим, насколько много там этих могильщиков. Блин, за них опыта практически не дают, за этих могильщиков. А их там будет наверняка огромная куча, из-за чего мне придется потратить просто неимоверное количество патронов и ресурсов. И я даже не знаю, стоит ли это того. Или сжечь их всех просто. Они в ряд выстроятся, а я их всех сожгу. Пропусти меня. А я посмотрю, что там у вас. Настолько ли там действительно все страшно, как вы мне говорите? Даже здесь я... противоядерник не купишь. Так. Подожди, я не хотел это делать. Я хотел сделать вот так. Вот так вот. Прицелиться, да? И в него пальнуть. Не добило. Не то я перезарядил. Чтоб сразу с одного выстрела этого могильщика грохнуть. Вот это я понимаю. Начинается.
стебешься, что ли, надо мной? Как так-то? Вообще убежал от меня, ты смотри. Прям целые заводы. Людей прям на входе переубивали. Круто. А если я захочу отсюда шарик в них пустить, первым? Да, получится. Я еще в них, наверное, что-то запустить могу. Не. Этим я вообще промазал. Ничего себе тут могильщиков. Офигеть их тут. И все? Я тоже на меня наложили. Критически. На мне. Просто охренеть можно. Надеюсь, он нормально кинет. Или даже не знаю, а мне на эту жачку в действии не хватит. Яд X5 у меня там аж на мне наложен. Так, мне надо это снять. Обязательно. Что еще мне надо сделать, чтобы более-менее хотя бы выжить? Вот это приму. И вот это. Нормально. Неплохо так с ними справились. С этими хотя бы. Четверых грохнул. Это... Я скажу, очень хорошо. Поскольку за них опыта дают мне, если это не то использовал. Мне просто было интересно. А 52? Ну да, такое себе. Я вас понял. Вы меня долго кусать еще будете. Не попал. Я за личинок получаю столько же, сколько и за этих, что ли? Ну да, не сильно меньше получаю опыта за личинок, чем за огромных. Так. Мне нужен еще один бинт использовать. Бинты еще кончаются, надо будет их тоже закупить. Что у нас тут? Неплохо. Электроболты заберу, пусть будет. Опыт. Хорошая штука. Батарея тоже хорошая. Надо еще раз сохраниться. Чтобы если вдруг я попаду в какую-нибудь передрягу, то у меня хотя бы проблем не было. Силаш хакер 150. Счастье будет. Гранат второго уровня. Ну, можно забрать. Мне, кстати, надо это зарядить. Нет, так не заряжается, как щит. Обидно.
попа заряжена. Тут их еще наверняка очень много. 10 гильз. Не надо, спасибо. У меня и так этих патронов достаточно. Ага. Еще на уродов наткнулся. Щи в меня пальнул два раза, да? Угу. Не, я хочу мелкого убить. Яйцо тоже туда. У меня оружие сейчас опять сломается. Опять пол хп снесли. Ты смотри, что творят, что творят. Ну и как же это патроны съедает? Офигеть. Не работает. Просто одного встречаешь, хоп, бинта уже нет. Одного встречаешь, бинта уже нет. Надеюсь, это хоть вообще что-нибудь того стоит, то, что я сейчас делаю. Найду, может, что-нибудь интересное. Ремонт комплект. Ну ладно. Хоть оружие смогу починить. Но то патроны на них уходят. А остальное что мне делать? Там проходик есть. Может, здесь что-нибудь есть, какой-нибудь секретный проход? Да, не нашел. Я так понимаю, это было только начало. Так, прелюдия. А тут целые шахты у них. Ничего себе. Вот это да. Так, не, подожди, я хочу первый начать. Не надо мне тут, чтобы они первые начинали. Тут очень тяжелые. Великолепно. На, еще вот так вот. Немножко не так, как я хотел, ну ладно. Тут еще один. Потому я не попаду. И поэтому, да, тоже не попаду. Блин, ну почему ты такой, блядь, мне подставляешь так жестко-то, а? Великолепно. Еще по нему попасть бы. Великолепно. Я противоядие смогу в этом ходу использовать? Нет, не смогу. Вот так вот, да, они здесь толпой. Я могу еще одну в них гранату закинуть. Хорошо-то как? Нате вам еще электрокинезом. По двоим сразу. О, хорошо-то как. Фу, хорошо. Справились более-менее. Так, ну давай перебинтуем себе.
еще уколемся немножко для регенерации. Ебать, там их еще. Там их еще целая куча. Сколько я таких убил? О, там еще один могильщик, ты смотри-ка. Я не удивлен. Где он там? Я же знаю, там есть. Ну ладно. Ну ладно. Я-то думал двоих сразу. А нет. Не получится. Ничего себе, я там их переубивал. О, могильщик пришел. Давай, Ос, одного выстрела. Ты должен это сделать. Я в тебя верю. Замечательно. Ну, не подвел. Не подвел. Спасибо тебе. И кусается мелкий засранец. Ты смотри на него. Отстань от меня. Еще парочку убили. Еще прикалываетесь, мелкие. Сколько можно? Швырнуться. Так, что у нас тут? О, опыт. Только 1000, наверное, с них поднял. Бочка-то. Ну, это оказывается не так уж и трудно, как я думал поначалу. Но все равно времени я на них много потратил. Больше, чем я рассчитывал на них потратить. Ух ты. Тут у них прям целое гнездо было. Лазерный пистолет. Броня. Это я возьму. А это тебе оставлю. Еще одного утащили. Ну да, здесь... Действительно они находились. Так, а по журналу мне написано то, что я все зачистил. Свалка. Хелтер. Ух ты, это еще не все. Ты смотри-ка. Да я нажал же на Enter. Ну, наконец-то. Честное слово, сколько можно было? Идите сюда, я вас жду, дорогие вы мои. Ага. Во! Во! Что я еще могу им сделать? Что еще можно попробовать на них сделать? Может, вот так сделать? Посмотрим, как это на них сработает. Ну, закровоточил один из них. Слабовато, правда, как-то. Лучше бы застанил одного. Ты стебешься? Ты по кому там стрелял-то вообще?
еще и в себя. Ты прекрасен. Великолепен просто. У меня противоядие кончается. Гранаты кончаются. Может, на них вот эти гранаты использовать? Это оставлю. Одну хотя бы. Перезарядиться. Пинт использовать. До регенерации так и не дошло, да? Надо будет это использовать. Сколько их тут еще? О, контейнер. Пустой. Остатки, обломки. Так, надо сохраниться. Даже не знаю, сколько их тут еще будет. Хакер 155. Здесь проход открыть можно. Опыт. Контейнер, что это такое? Старая клетка, тоже опыт дает. Вот это можно взять, вот это можно взять. Блять! Ну и я красавчик. Давай посмотрим, что это за проход такой. Пальнул по ней. Великолепно. Думаю, надо использовать стимулятор. О, у меня бинты-то кончаются уже. Это я таким образом придумал способ, чтобы это... избавиться от них. Это думал, зачем мне это может понадобиться? Ну да, он залило всех яйца нахрен. Ну, мне это награду за это, то есть хорошую дадут или так себе? Да, видимо, мне в эту сторону нужно было идти, чтобы немножко подкачаться перед тем, как идти к этим уродам-то. C4 купить и проломить здесь проходы. Я бы хотя бы немножко прокачался бы. А я сразу туда попёр. Что и сыграло со мной злую шутку. Поэтому мне так тяжело там и было. О, великолепно. Куда же без этого? Снова открыть не всегда помогает, потому что он так может еще сильнее залагать, пока будет закрывать эту игру, даже через процессор задач, если он экстренно врубать игру. Короче, такое себе удовольствие. Сколько у меня патрон на автомате осталось? 74 патрона. Так, ну что же, я справился с вашей проблемой. Я покончил с могильщиком. Его брови поднимаю. Молодец, молодец, должен признать, я недооценил вас. Как вам это удалось? Я взорвал какие-то камни, которые полностью блокировали подземную реку, и позаботился о ней, и они позаботились... А, она позаботилась о могильщиках, они больше не причинят вам. Это было легко, я зашел в шахту, сбивая по пути всех могильщиков голыми руками. Затем я увидел воду, которая сочилась из-под каких-то камней, разбил их кулаками, и вода стала подниматься и смыла нечисть. Тогда я заревел, как зверь, пока смотрел, как... они машут своими недоразвитыми ногами, пытаясь спасти свою жизнь. И теперь вы в безопасности. Ладно, просто. Мы все в долгу перед вами. Огромное спасибо. Впечатляющее достижение для одного человека. В качестве благодарности могу предложить вам денежное вознаграждение 200 монет. И сверху того, так как я очень доволен вашей работой, один из следующих предметов обвес, напишу винтовку или автомат или нож. Все высшего качества, чтобы вы предпочли. Определенно автомат. Отличный выбор. В этой заслуге теперь, когда это нашествие жуков закончилось, король крысоволков остался нашей единственной проблемой.
насчет короля крысоволков. Разве я не упоминал о нем раньше, полагая, я был слишком сосредоточен на текущей проблеме? Кто он такой? Самопровозглашенный король крысоволков. Это дикарь, который живет со своими погаными крысоволками. Похоже, что он имеет абсолютную власть над ними, так как они ведут себя подобно маленькой армии. Это почти невозможно поверить, но я не знаю, где он живет или как ему удается контролировать этих крысоволков. Но одно можно сказать точно, он очень опасен. Если вы случайно наткнетесь на него, лучше спасайтесь бегством, потому что он вас не пощадит. И я не думаю, что одному человеку по силам одолеть его. Он умен, он здоров как вулкан, он мастер смертельных ловушек и... заметает следы так хорошо, что для многих из наших охотников он будто летает через эти пещеры. И я даже не говорю о смертельных ядах, которые он использует. Он уже убил много наших, и не похоже, что он собирается останавливаться. Но почему вы с ним воюете? Все началось 4 года назад, хотя кажется, что целый век. Тогда ныне покойный Гидеон Сад был лидером лагеря Хатор. Однажды он собрал нас всех и сказал нам, что кто-то называющий себя королем крысоволков, посягает на наши охотничьи угодья. Когда-то Гидеон даже сказал, что ему удалось поговорить с этим человеком, но оказалось, что он был просто грязным дикарем, который совершенно не желает обсуждать что-либо с кем-либо. Мужчина утверждал, что эти земли принадлежали ему и не желал слушать никого, кто говорил иначе. Его упрямство и нежелание Гидеону уступать его требованиям в конце концов привели к войне. С тех пор он нападает на наших охотников, иногда непосредственно устанавливая ловушки и охотничьи угодья. Несколько раз он даже натравливал стаи крысоволков на наш лагерь. В итоге он стал причиной многих бед и смертей. Но придет время, и мы избавимся от него. Что если я смогу убить его? На это я могу сказать только одно. Удачи, она вам понадобится. Сперва вам надо будет его найти. До сих пор нам не удавалось его выследить. Даже если вам каким-то образом удастся его найти, знайте, что он, скорее всего, окружен своими крысоволками. Даже если он один, он достаточно опасен. Я могу это сделать. Очень надеюсь, что это так. Вы уже однажды показали, что на что способны. Давайте посмотрим, сможете ли вы сделать это снова. Я хочу увидеть его отрубленную голову в качестве доказательств. И да, в любом случае, удачи. О, 2000 опыта за это дали. Да, это того стоило. Еще плюс 1 очко. Волю, может быть. Я очень часто использую эти способности. А также вы на восстановление очков это влияет, смотри-ка. Я бы силу на восьмерку прокачал, чтобы щиты. Нет, я хочу на этот раз волю прокачать. Восприятие, может быть. Восприятие предоставляет способность персонажа различать объекты издалека, и он замечает скрытые вещи поблизости, но помогает персонажу более эффективно использовать оружие дальнего боя, а также находить скрытые объекты и проходы из существ. Да, восприятие тоже бы хотелось, но я волю себе возьму. Обязательно сюда. Пятерку. Сюда обязательно. Это прям... Обязательно. Сюда обязательно. И пятнашку еще сюда. Принять. А, видеть новое умение. У меня еще и новое умение есть, да? Я что-то там прокачать такое хотел. Критическая помощь. Ваш бонус критический урон от атак оружием или рукопашных увеличится на 1% за каждый 1% свыше 100. За каждый 1% чего? Убив противника очередь из автомата или пистолета пулемета, вы сможете произвести еще одну атаку. Очередь в этом ходу бесплатно, может произойти только один раз заход. Ух ты. Криогенная индукция. Увеличивает продолжительность всех замораживающих эффектов на способности на один ход и позволяет разбить из цели захваченный крест. Если атака наносит более 50%, оставшиеся вообще считается только урон холодом и механический. Спецназ. Мешает множество стоимость в очках действия стрельбы очереди с пистолета пулемета с 300 до 200, а также снижает задержку готовности. Такое себе. ТТС я хотел прокачать. Холодом, пироман. Всякий раз, когда ваш способность наносит урон огнем, есть шанс, что цель сгорится, получая 100% начального урона. Ничего себе. Возгорание вызывает панику.
Вот это я хотел бы себе. После вызова способности поражать тепловым уроном, уберете термодинамик, который снизит стоимость в очках действия следующих от психа, поражая холода на 50 и наоборот. Неиспользованный бонус считается через два хода. Ментальная диверсия. Каждое успешное применение вами способно добавляет небольшой штраф к решимости цели. Сила с тобой повышает базовый уровень способности, так как каждое применение истощает резерв 5 очков. Но это я тоже видел. Я хотел команда. Давай вот это принять, да. Если я от кого-то добиваю очередь, я могу еще раз ее использовать. Это просто охренительная способность. Так, а я случаем его не находил? Это не того хрена я грохнул? Кстати, что мне за автомат подарили? 16.37, 14.41, да, автомат говно. Отличного качества. Да, я бы не назвал его отличным. Ладно, это бил не он, видимо, это просто был какой-то маньяк, которого я застрелил по дороге. 200 гейских монет еще к тому же. Блин, мне бы патроны где-то найти, это бы мне очень сильно помогло. Если бы я где-то нашел. Он нападает на их охотничьи угодья. Что вот это за... А, это я уже сюда ходил. Пошли тогда сюда. Значит, у него там ловушки есть и все такое. Так, сильно у меня уже увеличилось вообще. Атака 34-59, 77-88, 26-63. Я даже и не знаю, походу не особо-то и увеличилось. Все это у меня. Ну-ка, или это не здесь написано сейчас? Это, наверное, может, вот здесь написано нападение. Сколько у меня там, кстати, увеличение не написано. На 11, да? С каждого хода. По плюс. Навык 120. Крит бонус 100%. Шанс крит удара. Базовая цена пси-способности 100%. А урон не написан? Видимо, не написан. Что у нас тут нас ждет? Видимо, он где-то здесь и есть. Ну, на этом, кстати, я закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.